Привет, Страж! С тобой снова я, Джонни Лейни, а это новое видео о Destiny 2 «Военный разум» на канале Triple Vibe. В минувший вторник в игре появился квест на получение нового экзота – «Полярное копье». Это скаутка Анны Брей, о которой сообщество игроков знало еще до релиза DLC, поскольку им хвастались разработчики в рекламных материалах, с ним нам представили Анну в первом трейлере DLC, и вот теперь винтовка стала доступна и нам. Вчера я рассказал, как получить ее, а сегодня поделюсь своими впечатлениями от опыта игры с ней. Стоит оговориться, что это еще не окончательная версия винтовки. В следующий вторник у нас появится возможность сделать ее абсолют экзотиком. Ну и разумеется, я расскажу о том, что для этого будет нужно. Так что подпишись на канал, чтобы не пропустить. Итак, давайте для начала взглянем на главный перк скаутки – «Идеальная пятерка». Благодаря ему прицельные выстрелы, то есть выстрелы в крит противника, будут возвращать патроны в магазин, а после 4 таких попаданий будет заряжен солнечный патрон, который по сути является таким разрывным и наносит увеличенный урон. Что это для нас значит? В первую очередь скаутка рассчитана на ПВЕ, и на самом деле я походу поспешил, выпустив на днях ролик с подборкой 5 лучших экзотов для игры в ПВЕ, поскольку эта скаутка туда точно должна была войти. Я знаю, в видео о квесте я сказанул, что перк не впечатляет и весь такой ничего особенного, но поиграв с ней буквально сутки, стало однозначно понятно, что винтовка годная. Я сейчас вам покажу почему. Я просто отправился на Титан, где на этой неделе горячая точка, чтобы выполнить несколько публичных мероприятий и получить награду за рубеж. Вот я дождался ивента, прилетел паук, и открыв огонь в крит этого босса, я забыл о том, что это оружие вообще нужно перезаряжать. Просто стоишь и настреливаешь в ногу, потом в голову, потом снова, еще и взрывной патрон время от времени срабатывает. Короче, годнота, ребят, годнота! Но Джонни, у меня руки не так выросли, я не попадаю в голову, да ну бросьте. Уровень стабилы при стрельбе в сравнении с легендарной версией этой винтовки вырос практически в 2 раза, знай наваливай. А вы представьте, насколько кайфовый уровень урона будет вносить команда стражей, которая вся вооружена вот этими винтовками на каком-нибудь налете втроем, просто тонна урона. Я уж не стану говорить, что и выглядит этот экзот в кои-то веке оригинально и запоминающийся. Кто-то скажет, что это не важно, но нет, это важно, это капец как важно. Если пушка выглядит уродливо, то какой бы мощной она ни была, очень непросто будет получать именно что удовольствие от ее использования. Короче, я думаю, что на ближайшее время винтовка точно залипнет у меня во втором слоте. Что, собрался брать ее в PvP? Чувак, брось. Это вообще не способное горнило оружие. Нет, ты конечно можешь написать в комментариях, что с ней оформляешь изи клатч и все такое, как только сделаешь хотя бы пару киллов с этого экзота, но послушай. В игре сейчас есть 2 копья. Одно для PvP, другое для PvE. Не путай их. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие видосы. До связи!